Здравствуйте, ребята, меня зовут Юлия, и мы продолжаем с вами говорить об английском алфавите. На прошлом уроке мы с вами выучили еще 4 буквы. Сегодня мы совместим первый урок со вторым. Мы повторим с вами все 8 букв, которые мы с вами выучили. Повторяйте вместе со мной. A, B, C, D, E, F, G, H. Обратно. H, G, F, E, D, C, D, A. Молодцы. А теперь через один. A, C, E, G. G, E, C, A. Теперь который мы с вами не назвали. B, D, F, G. G, H, F, D, B. A, H, B, G. F, C, D, E. D, E, C, F. B, G, A, H. Какие вы молодцы! Вы их научились и прописывать, и научились проговаривать. Это очень здорово. Сегодня я вас хочу познакомить еще с 4 буквами. Это у нас будет буква I, она у нас розовенькая, значит гласная. J, K и буква L. Повторяйте вместе со мной. I, J, K, L, L, K, J, I. Сначала и с конца. I, L, J, K, K, J, I, L, I, K, K, I. J, L, L, J. Умнички! Вот вы и познакомились еще с 4 новыми буквами. Если вам что-то непонятно, то вы еще раз посмотрите наше видео. И внимательно, вслух, за мной повторяйте. У вас очень хорошо получается, вы большие молодцы. В следующем видео смотрите, как они пишутся. Мы с вами подробно разберем написание этих букв. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.